Самое дорогое место на парковке. Инспекторы ГИБДД и сотрудники Центра социальной защиты населения провели совместный рейд. Они выявляли водителей, оставляющих свои автомобили на местах для инвалидов. Григорий Ворванин выяснил, часто ли люберецкие водители нарушают правила парковки. Будний день, парковка у торгового центра. Свободных мест достаточно, пустуют и места, выделенные для инвалидов. Поэтому Людмила Бортко с легкостью припарковала автомобиль. Говорит, даже со специальным знаком «инвалид» иногда приходится долго искать, где оставить машину. Бывает, конечно, но в основном суббота-воскресенье. А так? Проблем не возникает с парковкой. Владелец этой иномарки нашел свободное место на парковке, да еще и близко к входу в торговый центр. Вот только припарковал автомобиль на месте, предназначенном для инвалидов. При этом под лобовым стеклом специального знака нет, как нет и номера машины в специальном реестре, куда заносят особые автомобили. А это уже нарушение. За это предусмотрена административная ответственность по статье 12.19, часть 2, которая предусматривает административный штраф в размере 5000 рублей. Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют около десятка таких нарушений. Инспектор фотографирует автомобиль, водителю выписывают штраф, а транспортное средство эвакуируют на специализированную автостоянку. Владелец сможет забрать свой автомобиль лишь после оплаты штрафа. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.